Полиция Анапы признана лучшей по итогам работы в 2022 году. В оперативном совещании, которое провел начальник ОМВД по Анапе Андрей Платонов, приняли участие мэр города Василий Швец, председатель совета Леонид Краснорудский, анапский межрайонный прокурор Сергей Чикаров, руководители правоохранительных структур. В минувшем году в Анапе продолжилась тенденция к снижению практически всех видов преступности. Уменьшилось количество убийств, краж, угонов, мошенничеств. Раскрываемость убийств, изнасилований, разбойных нападений, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, в том числе со смертельным исходом, составила 100%. Активно проводилась работа по выявлению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, мошенничеств с использованием сети интернет, поиску находящихся в розыске лиц. Важными событиями стали открытие отделения полиции Витязева и современного поста на новом участке Каменной набережной, внедрение аппаратно-программного комплекса «Купол», приобретение спецтехники. В итоге оперативно-служебная деятельность анапского отдела за 2022 год заняла первое место в Краснодарском крае среди территориальных органов с высоким уровнем напряженности оперативной обстановки. Наши жители, в первую очередь, ну и гости, которые приезжают к нам со всей страны, ни много ни мало, это только официально больше 4 миллионов. Здесь исключительно у меня только слова благодарности от меня лично, от всей моей команды, от всех наших горожан, от всех наших жителей города-курорта Анапы. Высоко оценили результаты работы анапской полиции Сергей Чикаров и Леонид Краснорудский. Андрей Платонов поблагодарил личный состав, который каждый день, подчас рискуя здоровьем и жизнью, выполняет все поставленные задачи по обеспечению безопасности.